Но мне правда ждать милости от хозяев. Взять их вашу удачу. Может, вкусно? Я думаю, что вкусно. Короче, разрезали рыбу, короба свежего. Барсик выпрыгнул на подоконник и стянул хвост. И, как видите, его успешно хрясает. Он прямо стали. Ну да, но снял кусок. И типа смачного тебе барсика, да? Смачного. Идет восхитительный процесс поедания хвоста короба. Жизнь прекрасна, остановись мгновение, жизнь постой, да? Никто не мешает, все позволено, на удобном месте. Как хорошо быть котом домашним, когда тебе все позволено. Барсик, ты наелся? Что еще хочешь есть? Облизываешься? Тебе достаточно было? Барсик, вкусно? Очень вкусно? Вот и все.